Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ посетили ведущие IT-компании Казани, рассказали студентам и выпускникам о вакансиях, участии в проектах и о карьерном росте. Презентация дает студентам возможность познакомиться поближе с выбранной профессией и будущим местом работы, пройти стажировку и практику, помогает в написании научных и дипломных работ. Это также полезно преподавателям для изучения новых тенденций и технологий предмета. Гордость института – 99% студентов работающих по профессии, которую изучали. Тахмина Гулямова, Артем Дубичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.